Вот, это вот такой овянчик. В общем, сделан он вот так вот. Он. Сейчас новый запечатан. Вот так он выглядит абсолютно новый. Он сделан в виде почти паки, вот, миньона. Вот, со всех сторон показываю его. Вот такой вот. Он в подставочке. Сейчас покажу его снова. Он новый, это только купил его. Поэтому это первый день. Я его полью водой. Сейчас смонтирую дальше. Уже с того времени, когда на него вырастут первые травки. Первая трава, когда вырастет. Вот. Тогда, когда вырастет первая трава, я ее покажу. Вот. Как он выглядит. Вот такой вот он. Вот. И лапки у него сделаны, и глаз. Вот. Поливать его надо водой вот. Вот. Я его полил водой, немного воды. Много воды ему не надо. Главное, чтобы он не засох, следить. Вот, и через время на нем начнет расти трава. Это вот, когда будет, я точно скажу на видео. В данный момент еще вот показываю, как он в воде. Вот. Вот. Так он выглядит на второй день, вот. Стал больше чуть-чуть, но еще ничего не выросло. Вот. Вот, так вот он выглядит на третий день, вот. Третий день, вот, он чуть-чуть больше стал, вот. Ой. Не видно вот, что уже трава есть, одна штучка очень маленькая вот, я ее никак не покажу, потому что кажется, что ее вот тут нет, она как пятно темное пока видно вот, поэтому тут показать никак не могу, потому что оно так и есть, так и есть, но когда она будет больше, когда она будет больше, то покажу еще больше. А пока имею то, что имею. Вот так вот он выглядит через 5 дней. Вот. У него выросли белые корни, травы пока еще нет. Корни растут вниз, для того, чтобы пить воду, которую его поливают. Вот. Так вот он выглядит, травянчик. На 7-й день уже вот такая вот трава видна сейчас. Покажу вниз. Это корни вот. Это корни. Вот. А это вот трава сейчас. Вот. Такая вот трава. Она пока еще не зеленая, но она еще не выросла, чтобы быть зеленой. Поэтому поточнее. Буду показывать уже в другой день, не в этот.
так как она выросла только в первый день, то некоторые больше, некоторые меньше тут. Как-то так, поэтому некоторые еще даже совсем почти не видно. Вот так вот выглядит травянчик. 8 дней уже ему. Вот. Такая вот травка из него растет. Вот. Вот. И снизу растет травка. И сверху, поэтому я его трогать, поднимать уже не буду, потому что тут травка сломается. Вот. Вот травка, вот. Вот, вот, вот. Вот это все травка, вот. Близко, когда наводишь, травку не совсем хорошо видно, ну, в общем, уже некоторая травка уже большая, некоторая еще маленькая, но она уже на 8 дней, вот такая красивая выглядит, вот, травка, вот. Вот, так вот выглядит травянчик. 9 дней ему уже. Вот, 9 дней ему уже. Вот такая трава вот выросла. Вот тут почему-то не выросло, но тут вот выросло, вот такая. Всем советую такой замечательный травянчик заводить, как завел себе я.